В дворце спорта прошел традиционный турнир по дзюдо среди юношей имени Вячеслава Сахнова, посвященный сотрудникам подразделений специального назначения, погибшим при исполнении служебного долга. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Турнир по дзюдо среди юношей имени Вячеслава Сахнова проходит уже шестой год подряд в Лобнинском дворце спорта. В соревнованиях приняли участие 166 человек или 27 команд из более чем 20 городов – Воронежа, Барнаула, Москвы и муниципальных образований Московской области. Наш город представили два клуба дзюдо. Это детско-юношеская спортивная школа и клуб дзюдо «Брандком Мастерс». Клуб совместно с шестой школой одновременно является и организатором соревнований. Это турнир некоммерческий, то есть он не предполагает никаких взыманий, никаких плат с участников турнира. Вот. Проводится при финансировании, собственно говоря, городской администрации выделяет спортивные сооружения шикарные, и бизнес-сообщество нашего города выделяет средства для того, чтобы мы могли провести этот турнир. Мало того, что он некоммерческий, каждый участник, прибывший к нам на турнир, получает презент определенный. В клубе дзюдо «Брандком Мастерс» занимаются 220 дзюдоистов. 25 из них приняли участие в турнире. Спортсмены выступили в 8 весовых категориях – от 30 до 60 килограмм. При этом всем участникам турнира до 13 лет. Дзюдо – это борьба. Ну, как бы это не бои. Мужской вид спорта в основном – это борьба, где оцениваются разные броски по разным оценкам. Самое сложное, наверное, это если ты проигрываешь, не сдаваться и до конца идти вперед. Мы готовимся к соревнованиям, и нас нагружают, чтобы мы форму, например, не теряли там. Ну, как обычно, тренировка, там разминка, борьба в партере. Потом отработка в стойке, борьба в стойке, потом последняя канат лазить. В рамках соревнований на трех татами одновременно боролись три пары дзюдоистов. Судейскую коллегию возглавил судья всероссийской категории Гаджимурат Гаджимурадов. Победитель в каждой весовой категории определяется после 5-6 схваток. Цель борца во время поединка – провести яркий прием или бросок и положить оппонента на лопатки. При удачном броске поединок завершается, и победа присуждается спортсмену, успешно выполнившему прием. Вид спорта у нас достаточно серьезный. Ребята, то есть они растут не только физически крепкие, у нас воспитание и психологически, и я бы сказал, по дисциплине. Вот элементарно возьму того, что мы когда открыли секцию и были у нас три тренера, я говорю, что ребята, давайте мы начнем с дисциплины. То есть у нас будет первое – это дисциплина, а второе – это уже результат. В традиционном турнире по дзюдо среди юношей лобнинские спортсмены завоевали 7 медалей. Среди них 3 золотые медали, 1 серебряная и 3 бронзовые. Дина Архипова, Алексей Орлов, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».